Поразило в свое время, когда я случайно узнала, что, оказывается, в каком-то из древних Китаев, я говорю в каком-то, потому что древних Китаев было много цивилизаций разных, вот в каком-то из этих древних Китаев было интересное требование людям, которые претендовали на должности высших чиновников. Они должны были сдать два экзамена. Как бы вы думали, какие? Я бы никогда не, даже в мысли мне в голову не пришла, я бы сказала, ну, они должны сдать законы империи, там, ну, что-нибудь такое. Ничего подобного. Первый экзамен – каллиграфия. Заметим, не потому, что там нет писцов, которые, разумеется, за него все напишут. Это не потому, что он должен будет выписывать. Тренированная рука, тренированный мозг, терпение, аккуратность, сосредоточенность – и эстетическое чувство, потому что каллиграфия – это вид искусства. А второй экзамен, который они сдают, это стихосложение. Он чиновником будет.